В Якутске стартовал долгожданный для разработчиков инновационных и технологических продуктов конкурс Open Innovation Startup Tour. Федеральный марафон проходит в формате роуд-шоу, организуемого фондом Сколковой российской венчурной компании. Конкурсанты выступят со своими презентациями перед командой экспертов инновационного бизнеса, а лучшие проекты примут участие в крупнейшей стартап-конференции в России СНГ Startup Village в Москве. Региональные партнеры тура правительства Республики Саха, Северо-Восточный федеральный университет, венчурная компания Якутии и технопарк. Нам, на самом деле, Якутску, знаете, чем полезно это? То, что был сторонний взгляд. Обычно глаз замыливается, то есть мы кого-то видим, кто-то фаворит, кто-то не фаворит. А когда есть внешняя экспертиза, она, мне кажется, более свежим взглядом со стороны. Сегодня из Якутии 6 проектов в Сколково. Мы себе ставим задачу где-то около 20 проектов, чтобы были в фонде Сколково, для того, чтобы они могли пользоваться сервисами Сколково и привлекать деньги с фонда. Вот в фонде можно привлечь до 300 миллионов рублей.